Привет вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Call of Duty. Так, только что помогли Париж освободить. Посмотрим, какую миссию нам преподадут сейчас. Преподнесут. Октябрь. Мы в ахине. Немцы бьются за него как сумасшедшие. Мы в ахуе. Союзники вошли в немецкий город в первый раз. Но не в последний. Не в ахине, а в ахуе. Правильно говорим. В Париж, станем на шаг ближе к дому. Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе, в ахине. Крауты вцепились в него мертвой хваткой и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. Прикончить их всех, сказал он. Тернер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Кто бы сомневался? Похоже, понадобится больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Эй, прибавьте темп! Мы должны успеть до ночи! Эй, смотри, что я нашел. От твоей девушки. Я говорил, не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниелс, а не Рэд. Причина одна, но Дэниелсу. Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Ай, может, это письмо Шрёдингера? Что? Сгорел, что ли? Оставить трёп! В 7:30 атакуем Национальный театр. У каждого есть свой предел. У каждого. Довели. Так это или нет, но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Ну, давай, моя любовь. Побочный ущерб. Ахен, Германия. Пошел, пошел! Давай, Дэниелс! Давай, беги! Дэниелс! Я помогу! Не поднимай голову! Проклятие! Мы убиваем их, а они все прут! Долго мы так площадь не удержим! Артиллерия уже в пути! Говорят, максимум 10 минут! Или 10 часов! Лейтенант, нам срочно нужны танки! Танки прикрывают фланги! А ну-ка заткнитесь все и дайте подумать! Сэр, нет времени думать! Так, Дэниелс! Дуй Саэла за Пирсоном! Вызывайте танки! Живо! Ладно, пошли! Вау! Давайте позвоним. Что у нас там? Телефон! Держите, сержант! Dagwood White 2-7 злодею! Мы под обстрелом! Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2! Прием! Вас понял! Но ведь тогда мы откроем фланг! Ну и прием. Ладно, главное, шевелитесь уже! Принято! Выполняем! Прием! И поживее! Баки рвут нас на части! Отбой! Ну уж побыстрее давайте, ребятки! Ладно, ребята, идем к городскому театру! Поможем первому взводу! Позиция врага неизвестна! Переключаемся на радио и рации! Включаю радио! Грэбсон, мы идем направо и срежем к театру! Вас понял! Выполняю, Берез! Абрамс, Пул, вы остаетесь здесь со вторым взводом! Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся! Вас понял! Сделаем, Берез! Давай, едем! Следите за окнами! Ладно, Рэпсон, пошли! Эй, вижу движение! Справа! Ребята у театра столкнулись с тем же, что и мы. Выбиваем немцев с точки, но их возвращается больше. Сейчас мы на их земле! Совсем другой разговор! Если хотят море крови, мы им устроим! Ай-яй-яй! Нет ни шанса! Они так не считают! Панцершреки! Понятно. В том квартале пехота фрицев! Слышу стрельбу! Они атакуют наших! На! Готов стрелять!
Так, хрен дойдем. Если в нас каждая моська стрелять начнет. Думаете, я буду ждать? Спокойно. Вроде пригвоздило. Поехали. Почему по моему танку ведутся только обстрелы? На. Куда? Переулочек. Сойдет. Огонь в танке, люки! Черт, черт! Наружу! На. Наружу! Эпсон, нет! Нет, мы не пробьем этого панцера в лоб! Надо вам вход! Видите, отходим! Выстрелы в лоб не пробьют броню! Отходим! На! Подожди ты в бок. По правому борту, да? На. Танк врага разбит. Эпсон, ответь. Эпсон, слышишь меня? Блин, не танк, а говно какое-то, блин. Боже, Эпсон, прости. Задаемся. Да, теперь одни мы. Сейчас еще танк вылезет, если так же от него кататься тут по развалинам. Выманите его! У нас тут еще один панцер! Блин! Он взял нас на прицел! Да подождите вы! Давай! Да я знаю, что не пробить, да подождите вы. Выйди из собственного цела, танк по левому борту. Не попадайте на прицел. Перезаряжаю. Попадание в борт. Блин. Немецкий танк слева. Да подожди ты. Первый есть. Он ведет нас. Панцир еще здесь. Нельзя уходить, пока не добьем последний танк. И все, один удар не выдержит. Он выцеливает нас. Пулемет его броню не возьмем. Выстрел в лоб срикошетил. Подожди. Блин. Не вижу противника. Ищем его. На. Отлично. Да, блин.
Осторожней, осторожней. Нет визуального контакта. Ищем врага. На. Готов, гад. Едем на холм. Ну и нам хана. Театр где-то за этим холмом. Тегу 227 злодею. Мы долго не продержимся. Да, у меня тоже уже ничего не осталось. Рэпсон убит. Остались мы. Скоро будем у вас. Чиню все, что могу. Рядом, совсем рядом. Да. Даже не знаю, как вам. Снимите баки, чтобы не упадет. Да. Так пойдет. Это театр. Похоже, что он тронул в тюрьме. У нас тут немецкий танк. И что ж тебе этот панцер? Подожди. Да. Еще один удар не выдержит. Да. Вражеский танк подбит. Вражеская техника уничтожить. Вот и панцерфек. Вот он. Да. Они отходят. Давим их. Даже не знаю, куда тут. Да дави его. Панцершлег слева. Давай, 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 давай. Огонь, огонь, огонь. Кто-нибудь еще видит? Ничего не вижу. Похоже, все чисто. Так, вылазим тогда. А, переходим, да, уже на другой опять. Героя. Тегвуд Уайт 27. Это злодей. Площадь зачищена. Конец связи. Спасибо за помощь, сэр. Тегвуд Уайт, отбой. Ладно, Берез будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш план. К отелю Алендорф пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действуем. Будем пробиваться без танковой поддержки. Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить их. Было бы проще, будь у нас пара танков. Берез должен удержать эту позицию. Ну давай. Мы атаки рядовой. Пройти вперед, будем проходить. Ой-ой-ой. Внимание! Враги могут уйти. Что-то не так, слишком тихо. Просто глядим в оба. Спокойно, держитесь укрытие. Ну-ка, вот здесь же люди есть. Уходите с улицы! Пулемет. Тихо, тихо, тихо. На. Вот так. На улицу возвращаться нельзя. Давай. Пройдем. Назад. Бум. Кто тут? На, на. Нормально так. Бахнули. Кто тут есть? Не, не. Боеприпасы там у меня есть? Ой, у меня тут много чего есть. Вот он, ребята. Последний оплот краутов. Дэниел, бинокль. Давайте смотрим тогда. Последний оплот. Что там? Эльфы засели, что ли? Оплот. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниел, что видишь? Небо чистое. Бомбардировщики отработали. Что-то высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель.
На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим, обезопасим тылы, потом к отелю. Стройся! Дэниел, Сусман, вперед! Пошли! Ну, надеюсь, пушка какая-нибудь есть, с которой можно там это... БАМ! К стрельне там. Танком давите их. Вожжами душите. В крынке топите. Ну, мы должны это сделать. В общем, всякими способами, там, не знаю, грабли в голову. Лопатой по орехам. Ну, давай загружайся быстрее. Там бой сейчас уже пройдет без нас. Пока ты там в себя придешь. Битва будет выиграна уже. Эй-эй-эй-эй-эй. Что же будем делать? Что же будем делать? Что же будем делать мы с тобой? Осторожно! В квартирах может быть полно врагов. Или везде, в обоих кварталах. Да, давай, давай, давай. Влево, вправо. Все чисто! Вперед, будьте начеку. Дэниелс, нам нужен гранатомет. Да. Опять я. Берегись обратного удара. Да я-то знаю. Блин! А-а-а, так сзади-то тоже, но... Подожди. Обратный удар. Вперед, будьте начеку. Дэниелс, нам нужен гранатомет. Ну, без проблем. Берегись обратного удара. А как мне еще тогда? Блин, ладно. Сзади-то, по идее, реактивная струя, там, если она в стену упрется, мне конец. Все чисто! Вперед, будьте начеку. Дэниелс, нам нужен гранатомет. Да. Дэниелс, взорви ее! Сейчас, подожди. Берегись обратного удара. На. Для этого аптечка и была создана, да, там? Там девочки! Полыбись! Не вижу их! Ложись! Ты рассеиваешься! Готов не стрелять! Еще кто там? На! Сколько вас еще? Да подождите вы. Я его сделал. Готов. Собираемся здесь. Где тут это? Припасы были. Бросай. Давай. Бросаю. Еще? Не-не-не, хрен с тебя. Роджерс, вперед и зачисти следующую комнату. Блокировано! Надо продираться внутрь! Какой тесный проход! Не знаю, пролезу ли. Не стоило налегать на тушенку. О, как смешно! Дэниел, пошел! Ну давай, 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 давай! По каким-то развалинам топчемся. Слишком плотно! Крауты везде! Да! Еще кто? На! Граната! Давай, лечись! На кухне! Слева! Слева! Войска противника! Ой-ой-ой! Как это было красочно! Крауты. Почему крауты? Фашисты, нацисты? Или у них такого нету?
в лексиконе. Так, а где мои патроны-то? Гранаты дымовые нужны? Так. Давай еще дымовую. Лови. Кидай сюда. На, лови. Бери патроны, Кэти. На. Подождите. На. Тихо. Не та кнопка, блин, не та. Ну ладно, сейчас еще разок. И как? Спасибо. Крауты везде. Давай. Ой-ой-ой. Мне надо срочно подлечиться. Подождите. На. Подожди. Все, я цел. В порядке. Отель вон там. Действуй тихо, пока не ударим. Давай-ка, подкинь. Дэниел, хоп. Где моя аптечка? По лестнице вниз. Стой. Сэр, мне нужны патроны. Давай. Фу, пополню. Чуть с голой жопой не остался. На войне. Грузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем. Аела, сними с рычага и рули. Остальные толкаем. Толкаем. Вот же сука. Чуть-чуть осталось-то. Много бензина есть. Аккумулятор живой. Надо будет выбираться. Думаю, я смогу его завести. Толкай, студент. Ладно, двигай. Толкай. Готовьтесь, парни. Дэниелс, еще одна стена. Пробивай. Несем все стены, да? Осторожно. Да. Вперед! Не стойте! Да подожди ты, не стойте. Тузман, направо. Аела, налево со мной. Ставим. Так. Второй этаж. Отлично. Есть. Они заняли. Во. Давай. На. Тихо. На. Есть. Еще? Ну неплохо, я. Подождите. Мне сначала перевязаться надо. Стой, дай мне аптечку. Сюда передай. Патроны рядовой. Где патроны? Очистить подвал. За мной. Держитесь рядом. Патроны. Правильно. Мне это сейчас ой как надо. Ай-яй-яй. Я нашел. Заходим, и что мы видим? Давай. Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да какой шоколадка, ты че? Ты, наверное, голодна. На шоколадку. Ешь шоколадку. Нормально. Тихо. Мы вас не обидим. Не обидим.
женщину с ребенком. Моя сестра, пожалуйста, помогите. Нет, нет, подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Их всего двое. Сэр, взгляните сюда. Всего двое там, ага. Их тут целая банда. Черт. Возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов, пригоним его сюда и всех вывезем. При всем уважении, наша задача захватить отель. Я не говорю по-немецки. Я немножко говорю, не волнуйся, все будет нормально. Sehr gut. Знаешь немецкий? Alles gut. И какого черта ты об этом молчал? Такого. Ладно, мы забираем этих людей. Дэниелс, Айелла, берите грузовик, встречаемся у западного крыла отеля. Шевелитесь. Давай. Интересно, что еще вы скрываете, Герц Усман? Будьте снисходительны. Не в этой жизни, рядовой. За не грузовиком. В этой жизни. Пойдем. Остались только мы с тобой, Дэниелс. Ох, миномет, короче. Кто знает язык краудов? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Ох, испугался. Ребенок и старики. Всех не спасет. Они гражданские. Отправим их в тюрьму. Вот что мы сделаем. Давай. Взял. Припасы. Вон грузовик. Пошли. Пойдем. Так, минутку. Надо завести эту крошку. Ладно, мы тебя прикроем. Так, так, так. А где враг-то? Ни хрена не понял, откуда меня бахнуло-то? Заводи его! На! Ага, все понятно. Там ни хрена, что непонятно. Итак. На. 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 Что там еще? Кто там? Никого нету? Не понимаю. А, вот он. Атака прекратилась. Похоже, они отступают. Есть! Завелся! Садись! Давай! А, я еще и садись. Я еще и рули. Подожди минутку. На всякий случай. Бегу я, бегу. Ты его завел. Спасибо, что прикрыл. А, так я и не зарулил. Они перестраиваются на северной стороне. Надо предупредить отряд. Надо поскорее вывести гражданских. Да. Я хоть с той стороны. Рискованно. Могут попасть под перекрестный огонь. Поздно волноваться. Вперед, вперед! Пирсон прав, Дэниелс. Нам некогда. Никаких вперед. Это гражданские, им нужна помощь. Давай насквозь остановись на улице. Есть, сержант. Давай насквозь остановиться на улице. Ладно, сейчас мы их спасем, подождите. Вперед, вперед, вперед. Сэр, все в грузовик. Скоро она? Погоди, ты куда? Давай, я за девочкой говорит, пойду. Что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я схожу. Не разрешаю. У тебя две минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр. Возвращайся, Мига. Прибегу. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй, мне потом главное не заблудиться. Ух ты!
Давай, 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 давай. Как мне сделать, поступить? Ой. Хоп. В бок. Я смог? Ну ни хрена я крутой. Я на щеколду закрыл. Не попали? Или попали? Неизвестно, ладно. А я еще и без оружия. Черт! Надо найти Анну. Анна? Она должна быть где-то здесь. Анна? А ты где? Все двери обыскивают, что ли? Надеюсь, она не пошла наверх. Блин, только всякий хлам тут какой-то. Вот она, она. Эй, привет. Давай, иди сюда. Твоей сестре. Не бойся. Руку давай. Сюда. Мы сваливаем. И Мишку давай. Вот сейчас в прятки играю. Все хорошо. Да подожди, подожди. Хрен там. Вы попали в плен. Все хорошо. Ну давай, подождем. Вот он, подлянка. Надо идти за ним, поди. Нет? Остался я вот вам один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Игра в прятки. Не бойся. Осторожней. Он один. Давай, 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 давай. Тихо. Тихо, 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 тихо. Госман Мюллер, wir werden angegriffen. Rauf sofort. Молчи. Hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Вроде большая девочка должна заткнуться. Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Мишку хотел у ребенка своровать. Игрушку. Животную. Ты молодец. Мы почти выбрались. Давай, осталось. Ой, пожалуйста, смелый, еще немножко. Немножко осталось. Че тебе, домой хочешь? Все хотят. Мы справимся. Куда они все лезут? Надо двигаться дальше. Ты не пострадаешь. Давай, 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 давай. Подожди.
Мы попали в плен, а как мне? А, ну давай подождем тогда. Побудь, пожалуйста, смелый еще немножко. Вроде. Не волнуйся. Правильно вроде. Правильно бежали. Там надо просто переждать надо было. Так, ждем, когда он оттуда вывернет. Туда не пройти. Нам сюда. Сюда можно? Только я не знаю, что здесь у нас. Ой-ой-ой. Мы справимся. Беги. Фу. Смог. Ребенок спасен. Где он, грузовик-то? Да. Я смог. Спасибо. Спасибо. Дань Кишон. Сами, идем. Мы их сопровождаем и точка. Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Давай, Цусман, зачищаем улицу. Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопаснее. А если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Кассери. Превосходство у нас. Сажайте в грузовик. Это твоя затея. Еще обсуждают кого-то. Занять позицию! А почему собаки-то на меня только? Нацелены. Подожди. Сейчас мне надо подлататься. Это что такое? Мне надо подлататься. Дай сюда. Кто там? На, я справился с целью. Все благодаря мне. Так, все вместе, все на месте. Поехали. Кто водить умеет, поехали. Берегись! Сойдет так? Успел? Врача! Она умерла. Вперед! Живо! Ты что творишь? Выполняю приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Давай. Эй, мы не можем ей помочь. Не можем. Мертвых мы еще воскрешать не научились. Мы взяли Ахен, открыли западный коридор к Рейну. Но пропасть между Тернером и Пирсоном лишь увеличилась. И на кону оказались не только наши жизни. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Ну и увидимся уже только в следующем видео. Пока!